Отрядные песни, стихи и яркие галстуки. В 31-й школе открылся детский лагерь «Родничок». По доброй традиции началось все с исполнения гимна. Воспитатели подготовили для детей насыщенную программу – игры, конкурсы, спортивные мероприятия, концерты и экскурсии по Химкам. У нас в лагере работают не только воспитатели, еще задействовано несколько физруков. Также с нами работает советник по воспитанию, поэтому детей ждет очень увлекательное времяпрепровождение. «Родничок» – это лагерь дневного пребывания. С раннего утра и до вечера дети будут находиться под присмотром опытных педагогов и вожатых. Утром мы встречаемся, у детей, как обычно, зарядка, завтрак. И дальше у них занятия по отрядам, либо спортивные секции. Футбол, баскетбол, волейбол. Первые дни мы готовимся, придумываем название отряда, девиз отряда, учим отрядную песню. В этом году «Родничок» посетят 150 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Это ученики из разных школ городского округа. Всего будет 6 отрядов, один из них профильный для гимнастов. Я ожидаю в лагере веселья, радости, друзей. А ты? Я ожидаю в лагере позитивных эмоций и разных конкурсов. Смена продлится до 9 июля. Стоит отметить, что детские оздоровительные лагеря открылись почти во всех школах городского округа. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.